5 сентября Кубинка отметила свой 604-й день рождения. В этот же день 25-летний юбилей отмечали жители военного городка Кубинка-8. Известный одинцовский художник Дмитрий Левочкин подарил горожанам к памятной дате тематическое граффити. На стене одного из пятиэтажных домов появился мурал с изображением самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». На эту работу ушло в общей сложности 3 дня. Создатели надеются, что она понравится жителям Кубинки.